Так, новая столовая. На нее у меня был обзорчик на канале. Давайте посмотрим, что почем здесь. По ценам здесь как бы все хорошо должно быть видно, насколько я помню. И ребята работают как бы хорошо. Смотрим. Это первый проезд, ДЖМТ и цены. Лето 2022. Гарниры. Если что, ставьте на паузу. Снимаем в формате высокой четкости. Здесь борщ, пожалуйста, кубанский 60 рублей. Суп гороховый 70. Котлета домашняя 90. Голубцы 160 за 150. 2 грамма. Ну, 2 штучки. Блюдо из курицы вам, пожалуйста. 130 за 100 грамм. Блюдо на завтрак. Каша молочно-рисовая. 150 грамм 60 рублей стоит. Соки, компотики. Вот долго бился с ним, чтобы всегда были на раздаче салфетки. Везде вот вторая столовая подряд уже есть все, ребят. Разносы положили. И вот так вот все красиво выглядит. Здравствуйте. Возьмите разносы. Здравствуйте. Такая красотища. Чувствуется, что люди уже поехали? Ну да, уже да. Дай бог, чтобы так и было. Огурчики бомба. Хорошей вам работы. И здесь, смотрите, помимо того, что можно тут посидеть в этом зале, у ребят есть еще вот такое вот как бы под тенью деревьев. То есть очень хорошо, ручки помыть тоже езди. Ну, место прикольное. Вот сюда во дворе мне нравится, там как прохладно, классно. Так что всем могу советовать от себя. Отзывы у этой столовой хорошие. Если вы здесь ели, пишите их тоже. Нам будет прям очень интересно. Это первый проезд перед выходом на пляж. Вот она, вот так выглядит. Я просто уж не знаю, как это столовая там по счету, но находится довольно-таки близко.